На центральный рынок мы ходим как на работу каждый день, а сегодня впервые приехали на оптово-розничный рынок на Фабрициуса. Тоже сочинский известный рынок, а известен он тем, что здесь есть лавка настоящих итальянцев. Мы к ним сегодня тоже зайдем. Мне кажется, этот рынок похож на Фуд-Сити. Нет? Смотри, вот, продают прям с машин, удобно, классно. Одна половина рынка из магазинчиков, а другая из овощей и фруктов. Единственную цену, которую я точно помню и знаю, это почем в Москве вот эта капуста цветная. 140. Фейхоа. Каждый день едим. Абхазский или какой? Фрукт унаби. Кто пробовал? Унаби маки это. Унаби. Она такая немножко... Похоже чем-то на финик, кстати. Может, это финик? Ну-ка. Там косточка. Мясистая такая. Это моя любовь. Сушеная хурма. Слаще шоколада. А хурма сушеная почем? 300-450. Опять какой-то неведомый фрукт или овощ. Кто знает, что это такое? Что это? Что это? Он такой интересный, просто как тортик сладости. Фруктово-ореховый щербет. А сколько такой стоит? Класс. Все есть, да. Самый яркий магазин. А вот это мой самый любимый сыр. Сулугуни. Да? Сулугуни. Это бачкаполь. Это который поплотнее будет. Вообще, с помидорчиком. И вот это вот все. Молоко 50 рублей. И купили курицу домашнюю из Чечни. Ричтелла, точка молочка и Фабрицио Фатуччи делают в Краснодаре. Вот эту прелесть. Ой, свои тут. Паштет куриный. Куриный паштет. Тут что? Тут соусы, по-моему, тоже. Да, которые Фабрицио делает сам. То есть это не просто итальянская точка, итальянский магазин, а это шефа итальянского. Все. Так, тут заморозочка. Нас уже утром угостили и чизкейком, и бабушкиным пирогом. Хозяйка Марина Фатуччи. А вот мортадела фисташковая, огромная.
извините, я была очень голодна, поэтому не удержалась, уже все съела. Это последний кусочек. Кстати, это называется не пицца, а срокьярелла. Срокьярелла. Ну, такая квадратненькая штучка, ну я покажу вам. Это я успела снять. И очень интересные начинки из настоящих итальянских деликатесов. Например, есть срокьярелла с мортаделлой, срокьярелла с грибами, с трюфельным маслом. А мы взяли срокьярелла пиканте. Вот здесь колбаска такая остренькая, каперсы и, конечно, моцарелла. Thank you.